коллеги, с вами Максим Амелинчук, автор проекта «Риэлтор на миллион». Приглашаю вас посетить вебинар, который пройдет в рамках второй онлайн-конференции для специалистов рынка недвижимости. Мой вебинар будет посвящен кадровым вопросам. Этот вебинар рассчитан на руководителей компаний и руководителей кадровых служб. О чем этот вебинар? Не секрет, что подбор и обучение, стажировка, тренинг риэлторов – это одна из основных задач руководителя компании. Это проблема, которая стоит сейчас перед всеми агентствами недвижимости. Кадры решают все. Любой руководитель компании скажет, что это так. Некоторое время назад я обратил внимание на то, что ситуация с решением кадрового вопроса у нас стала ухудшаться. Стало поступать меньше заявок, стали приходить не те люди, стали приходить, и их стало очень тяжело обучать. Обучившись, эти люди не задерживались в компании. В компании стал назревать кадровый голод, некий кадровый кризис. Я очень глубоко проанализировал все причины, почему вообще это происходит, почему люди выбирают ту или иную профессию. Причин на самом деле очень много. В рамках одного вебинара, естественно, я это не расскажу. Я поделюсь с вами теми ошибками, которые совершают руководители агентств недвижимости, которые совершают руководители кадровых служб при подборе сотрудников. Приходите на вебинар, я поделюсь с вами интересной и полезной информацией. Вы получите много инструментов для работы, вы получите много полезных примеров, полезных приемов для того, чтобы решить кадровый вопрос. С вами был Максим Амелинчук. До встречи!